Поздравляем тебя с победой, с тяжелой трудовой победой. Ну, пару слов скажи о бою сам. Опять у меня первый бой тяжелый был, как с Тухтаровым, дополнительно двухминутка. Ну, я ехал сюда за победой, конечно. У меня был стимул, у меня дочка родилась. Надо и деньги зарабатывать, и так радость на душе, дочь появилась. Полон сил был, ехал с радостью сюда. Скажи, вот то, что твой соперник был из Белоруссии, это какую-то окраску придавал дополнительно? Он его не знал. Я его не знал вообще, и он по-боевому самбо. И обычно, как, не знаю, всегда молодые, моложе меня все, они более дерзкие. С ними очень, может, особенно первые бои у меня в любителях всегда. Они тяжело идут, а потом у меня по нарастающей все идет. Ну вот еще расскажи для посетителей сайта вот эту историю про дочку. Когда ты начал тренироваться, сколько ты спал? Ну, дочка родилась 1 сентября в День знаний. Такая большая радость. У меня есть и сын, и дочь. Такая малютка, красивенькая, хорошая жена мне подарила. Спасибо ей, конечно. Сейчас за меня волнуется. И я вот... Только вот как ехал в поезде, и эту ночь я полностью спал, а так 2-3 раза просыпаюсь. Не то, что, чтобы даже помочь жене, а чисто забота о дочери, это забота любого отца. Хорошо, но теперь ты найдешь время для тренировок? А я буду также тренироваться, дочь мне дает силы. Я ее ношу на руках, у меня руки крепче от этого. Хорошо. Вот это, да, оригинальный метод тренировки, который помог тебе выиграть. Мы тебя поздравляем еще раз с победой. Дочь, давай. И хочу, подождите секунду, хочу, чтобы это было в эфире. Конечно, большое спасибо хочу сказать тем людям, которые оказали мне помощь. В первую очередь, это тренер Станислав Глушенков, который со мной уже давно работает. Тренер Константин Маханьков, благодаря которому я здесь. Он же и мой друг, а также друзья. Виталий Бондаренко, Антон Лахмостов, Дима Аникеев, Паша Заяц, Андрей Пантелеев. Может, кого не назвал, но эти люди, которые в первую очередь всегда помогают. Мне им большое спасибо и остальным. И, конечно, родители. Им большое спасибо. Хорошо, Миш, спасибо тебе. И Игорь, который меня привез, секундант, тренер Андрей Вичук, которые были. Большое спасибо, которые всегда поддерживают меня, приходят здесь в Москве. И Виталий, конечно, Виталий еще Жданов, забыл. Виталий Жданов, который москвич, мне тоже всегда очень помог. Хорошо, Миш, спасибо тебе еще раз. Можно еще про бой чуть? Да, Саш, это для тебя такой дебют, может быть, ты не очень удачный, но бой ты хороший показал. Что не хватило тебе, скажи? В конце немножко сложно было, выносливости была. Начал я, думаю, нормально. Под конец подсел немного физически. Ну вот ты готовился, ты отставил по 12 минут? Ну, да, на мешках пробовал. Ну, надо было, наверное, раньше начинать. Ну, для тебя это опыт какой? Положительный, отрицательный? Да, положительный, конечно. Начал, но опыта не хватает просто. Первый раз. Со временем, может, лучше будет. Ну, а формат тебе понравился? Такой маленький ринг, никуда не уйдешь, дерешься. Ну, да, плотность более высокая. Ты по натуре кто больше? Игровик, рубака? Что больше любишь? Ну, я люблю порубиться, если... Как ты травму-то получил? Ты головами столкнулись или перчатка? Нет, мне кажется, перчатка. Перчатка, да? Ну, нормально себя чувствуешь? Да, нет. Ну вот скажи, если тебе опять позовут на ТФЛ, пойдешь? Пойду, только лучше подготовиться надо будет. Да, потому что я тебе скажу, что многие ребята, которые здесь проигрывали, да, начинали, они возвращались, собирались и побеждали. Вот. Мы это тебе желаем. Спасибо тебе еще раз за бой. В конце вы устроили настоящую, только 2 минуты мексиканский бокс показали. Может, привет кому хочешь передать своим? Привет всем домой, в город Береза, тем, кто болел, кто меня знает, кто переживал, всем. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Да, потом скажу. Не, подожди, сейчас как раз самое время. Минута вам и вниз. Давай, расскажи немножко, пока тебя тут твои ассистенты, кто тебе снимает перчатки, кто тебя поет, где твоя команда с тобой. Расскажи об этом бою немножко. Тяжело было? Нет, не тяжелый бой. Не тяжелый, просто поработал, посмотрел на свои ошибки. То, что могу добавить еще. Если честно, соперник не из той серии, не из той категории, которому надо было проигрывать или еще что-то делать. Но вот он парень еще совсем не готов. Он вышел уже
уже не хотел боксировать, уже он проиграл, как говорится, до боя. То есть ты в его глазах увидел то, что он уже... Ну, он вышел подбыть номер, если, скажем так. Ну, каждый знает, для чего он туда выходит. Каждый выходит делать свою работу. Поэтому он вышел свою делать, я вышел свою делать. Победитель один. Скажи, вот несколько раз он тебе попадал. Чувствительный удар вообще его, блин? Нет, удар не чувствительный. Моя ошибка, что я там где-то чуть... Увлекся. Вот у тебя там вот рассечение, да, по-моему, как-то или нет? Все нормально. Столкнулись? Столкнулись, голова в голову ударили. Не глубокое там. Ну вот скажи. Сейчас. Вот доктор обработает, все будет. Все вот нормально. Знаешь, иногда казалось, что ты его жалеешь, что ли, нет? Было такое? Ну, хотелось почувствовать, не хотелось сразу, как говорится, набрасываться и с ним сразу же справляться. То есть мы в этом бою настоящего Короневича не увидели, правильно? Не, ну почему? Короневич всегда выходит побеждать, поэтому... Ну, это да. Коронович один, походу. Нет, а он... У меня есть брат-близнец. Ну, может быть, есть. Привет, привет ему. Привет, да, передай. Ну, он болел за меня, но боксом не увлекается. Ну, отлично. Просто видно, что ты берег, наверное, немножко силы, да, так это легко, расслабленно, так. Не, время просто рассчиталось так, что он не сумел нокаутировать его. Ну, не успел. Бой остановили. Ну, ты согласен с тем, что бой остановлен? Ну, судья делает, я как уже говорил на прошлом тайфайте, каждый делает свою работу. Рефери в ринге делает свою работу, мы выходим свою делать. Каждый выполняет свою работу. Поэтому он посчитал остановить бой. Он его остановил. Ко мне здесь нету вопросов, я не останавливаю поединки. Хорошо, Сергей, еще раз тебя поздравляем. Спасибо большое. Ну, может, приветик кому-то, нет? Всем привет. И Тайфайт. Тайфайт. Лучший сайт. Леша, как? Тяжелый бой, да? Так, тяжелый. Прокусил по печи. Можно было боксировать. Скажи, ты ожидал, что так будет? Нет, конечно, я готовился серьезно. Что сказать еще? Ну, как твое настроение вообще? Нормально. Как тебе 4 на 4 ринг? Можно побоксировать. Побоксировать можно. Что сказать? Ну, вот соперник твой, ты слышал, сколько у него титулов? Слышал. Какой не бывал, опыт, да. То есть ты все равно настроен был на победу? Да, просто попустил, он тоже так мог бы пропустить, как... Не знаю, он почувствовал, может. То есть вот этот пропущенный удар, он, скажем, да, немножко... держал. Ну, ты в дальнейшем, если тебя позовут на тафайт, пойдешь? Конечно, пойду. Уже будешь по-другому, да, тренироваться? По-другому. Хорошо. Ну, спасибо тебе за бой, потому что за тебя болели. Ты слышал вообще, как в зале поддерживали? Спасибо вам. Благодарю всем, кто поддерживал. Так. Ну, тебе еще спасибо за бой. Желаем удачи. Спасибо. Чтобы в дальнейшем уже более успешны были твои дебюты. Хорошо, спасибо, ударю. Да? Звезда? Вот, ну, ты согласен с этим решением? Но! Нет, не согласен. Конечно. Не согласен? Не согласен, конечно. Но ты с себя вины не снимаешь. Что нет, ну, я себя считаю, но мне, конечно, опыта, во-первых, не хватило. Но что я, мне мой тренер дает, я считаю самым лучшим вообще. Нигде такого нету, как бы. Еще спасибо я скажу всем зрителям, которые болели за меня. Я их всех люблю, всех вас. Я, ну, это спорт. И все, спасибо ему, что со мной был. Да, Геннадий, отдельно спасибо. Ничего, всем спасибо. Здорово, Василий. Ну, так получилось, значит, не считает, а не он выиграл, значит, так. Ну, я считаю, что я достоин выиграл, все. Заводу привет. Еще я спасибо большое всем заводу нашему, который я здесь занимаюсь вообще. Я вообще рад, что я туда пошел. Занимаюсь Виктором Петроченко Николаевичем, все. Что он был со мной, все были со мной. Спасибо вам большое. Подожди, еще не все. Хорошо. Скажи, вот какие, как ты недоработал, что считаешь, в чем проблема была? Нет, я считаю, что...
все доработал, как мне тренер дал, какой закачал вообще как задание. Я все считаю, что правильно сделал. Я не знаю, что мне не хватило, как что они думают, что мне не хватило. Я считаю, что правильно сделал все, что достойно было. Я рад, что вообще докончил, такой бой сделал вообще. Рад. Я вообще не думал, что так вот будет. Ну, тебе понравился так файт? Конечно, понравился. Я буду всегда приходить сюда и побеждать все это, что от меня довести вообще. Скажи, вот если бы ты бой посмотрел со стороны, ты бы по-другому боксировал? Ну, мне кажется... Что ты бы поменял? Ну, не знаю. Не могу сказать. Просто со стороны другое, а во время чувствую себя бой вот другое, понимаете? Там, бой вообще... Где на ринге, это реально, вот смотреть, то там что-то, это вообще как... А вот ты на публику работал так. Это твой стиль такой? Ну да. Нет, я, во-первых, что я вижу, видел, что они меня любят, что я им нравлюсь. Я этим благодарен им, поэтому я показывал, что я вас так же люблю. Так. Можно с тренером. Да, теперь пару слов тренеру. Да. Как он считает? Ну, какой вопрос? Ну, вопрос простой. Согласен с этим решением? Я не знаю, только полный идиот будет согласен с этим решением, потому что бой, понятно, можно расценивать по-разному все, но если брать такие показатели, как разнообразие, технический уровень, тактика сама, он менял тактику, он и на отходах работал, и в атаке работал, проявлял и агрессию. По ударной технике гораздо превосходил, был точнее намного, но вообще, конечно, очень это массивный соперник, сбивал его с баланса, и это выглядело не очень как бы хорошо иногда. С баланса сбивали его. Не хватало опыта, но, конечно, бой он выиграл однозначно, но это дело судьи там, и судьи отдали, все говорят, ему отдали, а Федоров сказал, и все. Ну, хотя вот этот приз вас немножко скрасил. Да нет, дело не в призе, я доволен, что он вырос от этого боя, вот что самое главное. У него один бой всего профессиональный, от этого боя он сильно вырос, конечно, я хочу сказать спасибо всем, кто организовал, конечно, такой турнир, где можно с сильными боксерами встречаться, и причем не в рекордс это не идет тебе. Ты можешь боксировать и прибавлять от того, что боксируешь, прибавляешь, конечно, от боя, от тренировок прибавляют. Такие бои мало где увидишь. Бой захватывающий был, но рейтинговые бои ему гораздо легче будут даваться теперь. Хорошо, спасибо вам большое. Желаю вам удачи. Спасибо. Ну, бой был замечательный. И какой бы ни был вердикт, все получили огромнейший. Да, это самое главное. Я для зрителей боксирую. Спасибо. Шарамиль, давай для истории. Вот ты не ожидал. Да, вот. Сомневался, блядь. Я... Да. Окон, давайте без ненормативной лексики. Да. Что говорит? Давай, Шарамиль, расскажи про бой немножко. Ожидал, что он будет такой тяжелый для тебя, не тяжелый, как сам оцениваешь? Я до этого видел, когда завершен был, что я чувствовал, он что корявый боксер. И потом настраивал себя, ну он какой это левшаг или правшаг я не знал, это мне чуть-чуть мне неудобный, да, он. Но мне сказали неделю назад вот это пробои, что участвуешь, я что очень рад, что вот это тафайта участвовал, всегда что. Всегда акбоксинг-ру посмотрю. Молодец, акбоксинг-ру. Ну подожди, еще не закончен разговор. Вот скажи, если бы у тебя было больше времени для подготовки, по-другому бой бы был? Да, по-другому был. Еще один вещь я скажу. Угу. Вот это неделю назад порвался, вот это. А, давай вот это. Поближе покажем. Да. Угу. Вот это порвался. Я уже хотел отменить бой. Ну, у меня гордость, да? Что я выступать буду, вот так я долго мечтал, вот время прошло, вот выступал. Ну а боли не было во время боя? Боли было. То есть ты через боль? Сейчас болит уже. Понятно. Ну готовиться будешь? Вес гонять будешь? Да, вес гонять буду, следующий бой другому. Другой бой увидите. Выйду и покажу себе. Хорошо, спасибо тебе. Вы показали бой отличный, я думаю. Спасибо судьям. Да, судьям. Честный президент. Ну, скажите, хотя бы так, соперник достойный был? Достойный был. Молодец, разговор нету. Вот у него первый бой, парня, как думаете, будущее хорошее? Конечно, конечно. Чуть-чуть техника поставить и нормально будет. Хорошо, спасибо. Приятно мне дело с теми, кто уважает всех боксеров. Соперник, огромный привет. Серег, ты очень, смотрю, взволнован этим боем. В углу так ты яростно болел, Михаила поддерживал. Ну, сам расскажи немножко, как ты доволен, недоволен? Доволен, победил Михаил.
очень волнительно было. Честно говоря, все это наблюдать со стороны. Но я очень рад, что так сложился, то, что он победил первый свой дебютный бой на таком высоком уровне. Ты опытный уже боец Тафайта. Помогал ему готовиться? Да, мы готовились вместе с ним. Вся подготовка, которую сделал он, делали ее вместе. Но ты я также специально работал в правше для него. Угу. Так же. Ну ты бы какую оценку поставил, Михаил? Ну то, что он победил, наверное, отлично. Это была главная цель. Пятерка. Победа – это, скажем так, главное. То, что от нас требовалось сделать в этом бою. Победить мы это сделали. Скажи, теперь вот, если Михаил все нормально, он будет дальше выступать, вы будете как-то что-то менять, добавлять подготовки? Мы будем делать акцент. Не хватило именно этого. Акцентированных ударов, которые могли бы закончить бой раньше. Вот, ну и ты, по-моему, сам, да, заходишь в Тафайт? Да. Полуфинала, да, кажется? Нет, финал участвует также. А, так же, да? Ну а ты как готовишься, все у тебя нормально? Как да, проходит? У меня отлично все, подготовка проходит, я готовлюсь. Соперников смотришь своих? Соперников нет, не смотрел, честно говоря. Ну вот ты провел там, допустим, Тафайте два боя, да? По-моему. Я провел три. Три боя, да, двух победил, там уступил. Вот. Скажи, вот этот опыт. Ты сейчас настроен взять кубок букмекера? Как вообще? Вы увидите все сами. Вот. Самый достойный комментарий, достойный ответ. Спасибо, Сереж, большое. Желаем удачи. Спасибо. Ну, во-первых, как ты себя чувствуешь, скажи? Уже нормально, уже хорошо себя чувствую. Восстановился? Да, дышал, все в порядке. Ну, немного расскажи о бое, как ты его изнутри чувствовал. Боя. Давно не соревновался, очень сильно волновался, перенервничал, сразу полетел. Эмоции, наверное, не бокс был, больше драка с моей стороны. Ну, без опыта, теперь есть маленький опыт. А ты о своем сопернике видел в бои как-то? Да, видел два боя на прошлом Кавказе. Видел, что же человек сразу выбегает, в рубку идет. Так что так. Вот тебе помогал тренироваться Сергей. Он сказал, что ради этого стал правшой. Вот. Да, тренировались, он стал правшу. Для меня спарринговались. Чуть-чуть подготовка. Подготовка неправильно пошла. Перегрузились в сентябре. Но, думаю, выиграл, все нормально. Вот знаешь, тебе дали прозвище Терминатор. И вот, честно говоря, сценарий боя был похож на сценарий второй части, когда Терминатор вроде бы погибает, да? Потом у него включается источник энергии, и он все-таки завершает свою миссию. Откуда взялись силы на дополнительный раунд? Ну, не знаю, может, там сколько. Минуту, наверное, дали подышать. Очень тяжело, даже и не дышалось, ну что-то, глотнул свежего воздуха, пару раз ударил по корпусу, глаза увидели, туман разошелся, и получилось. Соперник тоже, наверное, очень сильно устал, не смог ответить в дополнительное время. Вот он очень несколько раз тебя хорошо так достал. Ты как, чувствительный его удары? Насколько? Ну, я даже не знаю больше, от чего так сильно устал. Скорее всего, просто вот эмоциональные перегрузы. Больше от усталости, чем от ударов. Ну вот он, Виталий, тоже сказал, что больше он боролся с собой, наверное, чем с тобой. Согласен с ним? Я не знаю, я насчет себя скажу, что чуть-чуть перегорел.
Я чуть перегорел, и бокса, то, что мог показать, не получилось. А зал слышал вообще? Мутно слышал. А Сергей? Сергей вначале слышал, да. Потом из угла его выгнали. Спасибо тренеру за поддержку, переживал за меня. Через неделю я буду за него переживать. Хорошо. Какие-то коррективы внесешь в подготовку? Конечно, внесу. Больше, наверное, психологически. Опыт теперь есть. Устал ждать начала боя. Подгорел. Вот скажи, знаешь, выходят большие люди бить больших людей. Многие это, знаешь, не понимают. Кажется, ну что тут такого? Раз, два. И я бы вышел, наверное, дал бы там, показал. Что можешь сказать вот таким ребятам? Нет, не все так просто. Самое тяжелое, наверное, это ожидание боя. Очень тяжело психологически довести себя именно до того времени, когда нужно дать сильную, это очень сложно. Те, кто так говорят, просим в ринг, пусть попробуют. Хорошо, спасибо тебе, Миш, за бой. Желаем тебе удачи. Что-то может изменить, что-то улучшить и показать настоящий мужской бокс. Спасибо. Счастливо. Ну, закатили вы побоище, да, Рокки отдыхает, наверное. Потому что одно дело видеть на экране, другое дело это вот вживую. Сам как оцениваешь свой бой? Ну, что могу сказать. Первый раунд, я надеюсь, то, что те зрители и все остальные видели, то, что я выиграл его. Ну, дополнительное время чуть не дотянул. Можно сказать, только чуть-чуть устал. Ну, усталость это отговорка наша, бля. Ну, очень плохо тренировался, будем считать так. Ну, то есть, знаешь, казалось, честно говоря, что ты больше борешься с собой, чем с противником. Да, совершенно верно. А как его удары? Удары? Можно сказать, что, слабый. То есть на тебя влияния большого они... Никаких. Вот если бы ты мог повернуть вспять, да, время и отбоксировать по-новому, ты бы по-другому вообще действовал? Да, конечно. Во-первых, я бы бегал побольше бы. Продышался бы лучше. И пришел бы биться. Ну, это уже отговорки, бля, можно сказать так, что, во-первых, это на данный момент. Я считаю, что просто, дыхалки не хватило. Скажи еще такой вопрос. Это для тебя второй топ-файт? Угу. Если тебя позовут в третий? Я уверен, что это будет. Да. Я покажу лучше. Ты будешь уже готовиться серьезно? Да, конечно. Я просто узнал бойца там за 2-3 дня. Хорошо, спасибо тебе. Показал ты силу воли. Красивый бой, несмотря на то, что все устали. И вот знаешь, еще такой вопрос. Там многие, кто-то смеялся, да, кто-то там еще. Вот не хочется сказать, ты попробуй сам выйди в ринг таким людям. Просто выйти, хотя бы просто понюхать перчатки, а потом уже говорят и смеются. Хорошо, спасибо тебе большое. Давай, всего доброго, удачи. Борода, сначала я хотел бы, знаешь, тебе сказать респект. Ты провел недавно бой в Краснодаре. У тебя 5 ноября бой здесь, в Троицке. И ты согласился боксировать с чемпионом России, с Василием Лепихиным, лучшим боксером. Я думаю, что одним из лучших боксеров Европы, да, в самом весе. Вот ты не испугался, скажи. Я считаю, бессмысленно заниматься таким спортом и кого-то пугаться. Будем заниматься, готовиться. Думаю, скоро, через месяца три, можно будет сделать реванш и побоксировать. Я не тренировался после боя. У меня только все прошли как бы ушибы, там, растяжения. Вот, и мог бы достоять до конца, но как у меня бой 5-го, я не хотел травмироваться. Или... Мне это просто не форсировал события, да, решил это. Скажу, первые, честно говоря, 4 минуты бой был очень конкурентный и, в общем-то, в твою пользу. Ты был активнее и попадал так хорошо. Что там потом с тобой случилось? Потом, я думаю, все-таки сказался. Вот я приехал сюда за 3 дня.
и после боя провел, честно сказать, две тренировки. Одну сделал кросс, прошел тест Купера, а вторую побоксировал 10 минут. Вот я думаю, этим все сказано. Не подошел к бою правильно, не было спарринг-партнеров. Вот, если бы тренировался бы в Самаре, да, меня бы к этому бою бы хорошо подготовили. Получил опыт, это самое главное. Ну, вообще, тебе этот опыт, пусть даже отрицательный, как он тебе? Не, ну, не бывает отрицательного опыта. Все-таки боксер достойный. Вот. Ну, вот, а тебе нравится то, что такой ринг небольшой? И, я так понимаю, у тебя стихия, ты любишь подраться, да? Так? Да, мне не пугает это, я наоборот. Можно еще лучше сделать, нет. То есть ты даже 3 на 3, 2 на 2 готов, да? Да. Хорошо, ну вообще, если тебя позовут в Top Fight, ну, ты пойдешь? Я подготовлюсь посерьезнее и, конечно, пойду с удовольствием поучаствовать. Думаю, в следующий раз довольно-таки удачно должен выступить. Вот еще задам тебе вопрос по тому сопернику будущему 5 ноября, да, Сергей Акимов. Я видел его бой в эту субботу прошедшую буквально. Он там уступил. Он священник. И я тебе честно скажу, за тебя болеть ползала не будет точно, больше половины. Все будут за него. Тебя это как? Ну, я не смотрю на это. Вот, но я думаю, все-таки меня публика тоже любят, со мной приедут. И вот еще посмотрим, кто кого перекричит. Перекричит, да. Ну а то, что он священник, это тебе никак? Ты относишься спокойно? Я нейтрально к этому отношусь. Когда я выхожу на ринг, мне без разницы, кто стоит передо мной. Он мой оппонент, можно сказать, как бы спарринг-партнер. Не надо на него смотреть, надо его бить. Вот. И все. После боя, конечно, уже ему респект, то, что он и священник, и боксер, это хорошо. Спасибо тебе большое. Желаем тебе удачи, побед. Вот, не грустить, не печалиться. Бой отличный был. Ты был очень замечательный. Спасибо, но я недоволен. Ну ничего, это бокс. Хорошо. Расскажи свои ощущения от боя. Тяжелый для тебя он, легкий был? Бой, в принципе, для меня сложился, ну, если оценить, не тяжелый и не легкий, а можно сказать, что работа прошла просто хорошая, подготовка, тренировки, готовился хорошо к этому бою, поэтому удачно завершился бой, в принципе, все хорошо. Ну вот ты когда готовился, ты вот по 12 минут стоял в таких спаррингах? Конечно, своих получилось, что готовился у себя в зале, в Геленджике. И помогали мои подопечные, ученики, которых я тренирую, моей весовой категории. И легче, и больше. Все работали на меня, по 3, по 4 человека работали, помогали мне. Большое спасибо всей команде. Спасибо, хочу еще сказать... Чемпион. Сказать Вадиму Финко, это представитель медицинской клиники в Германии, который помог мне организовать операцию, помог в подготовке к этому бою. Большое ему спасибо. Также всем моим тренеру, моему брату, который присутствовали на бою, моим товарищам и друзьям, которые приехали с Геленджика поболеть за меня. Вот смотри, ты такой боксер, да, ну, игровик, да, любишь подвигаться, походить. А тут такой ринг 4 на 4. Как тебе вообще, нормально такой формат? В принципе, нормально. Для меня это нормально, потому что я могу работать и в ближней, и в средней, и на дальней дистанции. В принципе, ринг 4 на 4, не сомнений, смуты никакой мне не вселил, не дал. 4 на 4, хоть 3 на 3, хоть 2 на 2. Я могу работать на любой дистанции. Мне ничего не смутило. Ты о своих соперниках будущих знаешь? Там серьезно такая команда подобралась. Ну, я слышал, я в курсе, что у нас самые титулованные, можно сказать, и по бойцам вес. Все равно покажет ринг, кто есть кто. Поэтому загадывать не буду, кто будущий соперник. Пока не в курсе, даже и не знаю, кто следующая пара. Поэтому будет все хорошо, будем боксировать. Вот еще скажи, твои поклонники тебя уже давно не видели на ринге.
вот пару слов вот ты упоминал, спасибо сказал врачам в клинике. Угу. Все нормально, ты уже восстановился полностью? Да, я восстановился, конечно, поэтому я провел этот бой, потому что я уже был готов провести бой. Получилось, что промоутеры мои не сделали мне официальный бой рейтинговый в профессиональном боксе, и получилась альтернатива, Tough Fight, предоставили шанс мне выйти на ринг и, получается, провести первый свой бой после травмы, после долгого перерыва. Ну, то есть по таким рейтинговым боям пока ничего не известно, непонятно? Ну, это все, да, под вопросом. Но в ближайшем будущем, я думаю, это будет все известно. Ну, вот смотри, ты провел этот бой, что-то будешь у себя менять, корректировать? Что-то было для тебя необычно, неожиданно? Я отталкиваюсь от соперника. Обычного, необычного ничего не было. Бокс – это спорт. Кто как тренируется, тот так и боксирует. Поэтому у меня претензий к сопернику нет, только огромное спасибо ему, что он вышел на ринг, дал бой. Ему спасибо. В принципе, бои буду просматривать, эти свои, и соперников будем анализировать. Вот смотри, первые минуты три, наверное, казалось, он немножко так поактивнее был. Ты так, ты присматривался? Да, конечно. Чуть-чуть присматривался и просчитывал, но все равно это человек повторяется в своих действиях. И это было заметно. И задание мне тренер дал, и отец, что работать больше по корпусу, по туловищу. И это сработало. То есть профессор сначала все рассчитал, а потом... Привел это в действие, да. Хорошо, спасибо тебе большое за бой, красивый, зрелищный. Спасибо вам. И ждем таких же, еще, наверное, более ярких боев. Будем тренироваться, будем идти вперед, делать красивые бои, зрелищные. Спасибо. Спасибо вам. Удачи.